Клочков скидывает мяч Цыганкову. Цыганков слева, у него прекрасный удар. И счет открыт уже на 4-й минуте. 1-0. Дальний удар Бориса Цыганкова приносит успех Спартаку. Хорошо в край. Ломовицкий здесь. И здесь накручивает штрафной. Ох, какой красавец гол! Как зашвырнул он за шиворот вратарю мяч. Итак, ну, спартаковцы нередко такие, кстати, забивают. Именно 98-го года рождения.